Стальной хват России, привет. Всем мировым бендерам привет. Потому что сегодня уникальное событие. Мы попытаемся, ну точнее не мы, а один человек, Александр Анатольевич Кириллов. От 180 мм, 178 мм, стержень от FBBC. Сейчас мы покажем, что это такое. Вот диаметр. Такие насечечки у него. Сейчас интересные. Мы наведем вот получше. Они так слабо видны, но насечечки видны будут. Думаю, будет на видео, видно. Наверное. Нет, давай теперь диаметр. Диаметр, нержавеющие способности. Значит, в руке у Александра Анатольевича вот нули. Девять с половиной. Ага, обнуляемся. Нули. Нули. Теперь магниты покажем, давай. Еще вторую сторону. Ну, опять 9,5. 9,5 мм. Нагнетаем обстановку по нулям. Берем магнит. И берем гнут иголку. Значит, это у нас стержень от FBBC под названием King of All Shiny Bastard Coasp в 7 дюймах. Вот Александр Анатольевич попробует. Первый в мире может сломать его. Значит, пацы берем тоже в руки, стержень уже в руках. Пацы у нас будут от СХР. Обыкновенная кордура. Ага. Старые, ребят. Вторая кордура. Ага. Нима Иванович все будет снимать. И вот двое. И две кожи. Две обыкновенных кожи. Поехали. Давай, это мой помощник Сашка младший. Да. Тоже, кстати, крепкий очень человек. Молодец. Видно там все, Вадим? Да, да, да. Все. Будет. Здесь надо уже, ребят, помазать как следует все. Я думаю, да? Вот так вот. Я оставлю здесь магнит. Это еще раз показать диаметр. Может быть такие? Нет? Давай. Видео вроде бы на ютубе нету с Касбом. Ломал его только Гарри Хант, но Хант ломал в длине слегка меньше. Где? Thank you.
набирать. Еще раз показываю. Нули? Так. Не, желтый. Угу. Где из половины? Класс. Класс. 7 дюймов. Чтобы не удалили. Можно? А. Сейчас ты все перекрошишь. А? Сейчас у тебя нервное напряжение, ты сейчас все перекрошишь. Она нормально так может. Понимаешь? Ага. Сейчас. Давай звук прибавлю. Поехали. Ну, значит, впервые, наверное, в мире на этой длине КУАСП русским человеком будет ломаться. Переворачиваем руку. Ага. Вот так, ребят. Плутон, Плутон, ребята. Хрен отпустит он его. Выпрямился. Не, не. Ребят, у нас есть такой прикол. Мы любим ломать, чтобы у нас плечи были разные. Давай, Саша. Ставил. Ну, отдыхай, отдыхай.
открой коробку, смотри под диаметром. Я держу, держу. Возьми чопор. В коробке лежат такой диаметр. Да. Давай быстренько перемотай. Давай. Есть. Есть. Да нет, ну там есть стержень. Вот он, даже белый, да. Я даже сейчас для эпичности выключу звук. А теперь королевский дожим, ребята. Только у него. И ни у кого больше. Быстренько, быстренько заматывай. Давай, Саша. КУАСП, ребята, КУАСП. Сейчас чопа, чопа будет готова. Быстренько, быстренько, быстренько. А, ну там, туда иди. Силы не трать много, Саша. Нам прожим нужен будет. Вот это чоп. Это сделал? Один. Ну давай. Держу, держу, держу. Ты убираешь камеру. Ага, держу, держу. Не жми в них. Или сними одни пацы. Сними пацы. Сейчас только силу потеряем и все тогда. Вот лучше его на дно один чопу. Ага. Ну как и предполагали, дожим на КАЗМе будет ну, чрезвычайно тяжел. Чрезвычайно, но тут все понятно. Угол, прям угол лови, лови угол. Давай вторую. Только края. Вот дожимные чопы одеваем. Потому что давить сейчас по всей площади, но сил ни у кого не хватит. Давай по голове посмотрим, линеечку. Сука, сильно он пошел. Два сантиметра, прости, ребята, осталось. Но самые трудные. Осталось 2 сантиметра. Очень тяжелый дожим. Тяжелый, тяжелейший. Поймай его, Сань. Прошел? Не знаю. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, Саня. Надо что-то делать. Зубами жми его.
Пошел? Не знаю. Знаешь, что надо сделать? Где еще кожа? Маленькая. Мерзяк стало. Держите. Мы так на коротком же, помнишь? А, ты видел, да? А? На коротком также поймали, да? Тяжелее каба подожил? Тяжелее. Вот так, слышали? Тяжелее каба подожил. А каб у нас был, вы знаете, какой. Пошел, мне кажется. Давай посмотрим. Опять кривой еще пошел. Ух ты, опять поймал. Ну что, ребят, остается 8 миллиметров. 8 миллиметров. Еще поймали так криво его. Просто опять эти рычаги. Сейчас очень тяжело. Саня, я думал, может быть, сейчас даже тебе снять нужно было бы эти катушки. А? На. Я держу, держу. Магнезия все поглощается организмом. Ну, касп никто не ломал. В естественном 7-дюймовом виде, кроме Ханта, в укороченном варианте 6,5-6. Так что, второй человек в мире, так что, делайте выводы, господа присяжные. Заседатель. Давай, Саш, добивай его. Добивай. Давай, Саш. Давай, Саш, добей его. Ребята, я его сам размещу. Я его первый в руки, во-первых, возьму. Посмотрите, что он сделал. Ну, во-первых, сломал в минус сантиметр. Кладем на линейку по самой длинной стороне. Ну, меньше 5, естественно, 4,7. Там, если показать по короткой стороне, то это еще меньше 4,5. Покажем диаметр. Фу, отдышись. Вот так, ребята. Анатолич, КАС сломал. Япона мало. Блин. Он в обморок от шприцов падает, шприцов нету.
9,5. 9,5. И на магнитную. Вот они, эти полосочки, ребят. Ну-ка. Лёха, подожди. Вот они, да, видны полоски. Это FBBC. FBBC. Положим магнит. Все. И Gold. Gold на 180, кстати, был ломан. Ну вот так, еще раз. Всем удачи, ребят, спортивных состязаний. Достижений. Достижений. Нового года вам наступающего. Железного, стального вам хвата. Всем удачи, боритесь, мужики. Это серьезно. Да. Пока. Пока. Удачи.